Всем-всем здравствуйте. Обалдеть, у нас ветерочки. Выхожу, а тут прям вот было это сильно покрытие задрано аж вот до сюда. А здесь, где у меня швы есть, чтобы эти покрытия не улетали, то есть стоят горшки. Там очень странно. Тут не было разрыва у ковра-то, у этого, у покрытия. А вы представляете, ветром его, видимо, сильно наподнимало. И его просто разорвало. Вот. То есть он дальше-то целый идет. А это просто разорвало его от ветра. Вы представляете, какой ветер был? Придется убирать, менять. Обалдеть. С ума сойти. То есть горшки вот эти отодвинуло все. Перевернула часть горшков, я подняла. Вот такой у нас ветерок. Вот расхлестал даже покрытие. Представляете, как его поднимало, разрывало. Что прям разорвало. О, дырень какая. Придется менять. Потому что здесь горшок прям на посередине пути ставить. Ну, конечно, не прям сейчас. Погодя немного. Но все равно. Вот такие ветерочки. Малыши, смотрите, чтобы вас не унесло. Обалдеть. Обалдеть, ветерок. Дудонечка. А, там ходит она, бродит. Шейх, как, тут все проверил? Все хорошо? Умничка. И вот так вот ветра дует тут. Скоро все взлетим вместе с растениями. Обалдеть. Милуся, что там нашла? Так отпечатался этот ковер, то есть внизу. Как будто тут тоже покрытие. Этот искусственный газон. Вот так вот разорвало. С ума сойти. Такого я не ожидала. Вот так вот. Обалдеть. Вот такие у нас происшествия. Надеюсь, бассейн-то не унесет. Там немного воды. Так сейчас уж. Скоро перестанем поливаться. Так много не набираем. Надеюсь, хоть бассейн не улетит. Сейчас уже тут нужно будет уборку в огороде делать. Все убирать. А это вон прям поднимает. Лялище. Главное не улети, миленькая. Главное не улети. Вон, вот видите, сейчас тоже ветер дует, прям не поднимает. Обалдеть. Вот это ветрище у нас. То ли еще будет. Даже большие горшки переворачивает. То есть, вот такие-то гигантские нет. А вот такое вот переворачивает. Запросто прям. Вот такие вот дела. Цветочки отлетают, соболек поймал. Да, всем хорошего настроения и замечательного чудесного дня.